все новости. Проворов стал второй российским защитником в истории, забросившим 17 шайб за сезон 8 апреля 2018 года. 0 часов. Хоккей. НХЛ. Защитник Филадельфии Флайерс Иван Проворов отличился заброшенной шайбой в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с Нью-Йорк Рейнджерс 4-0 после двух периодов. Это его 17-я шайба в сезоне. До него больше голов в одном сезоне НХЛ удавалось забить только одному защитнику из России – Сергею Гончару, 5 раз, включая рекорд сезона 2001-02 – 26 шайб. Борис Миронов и Андрей Марков ни разу не забросили больше 16 шайб, Олег Твердовский и Алексей Житник останавливались на 15 точных бросках. В этом сезоне на счет у Проворова 41-17-24 очков в 82 матчах. Видео гола можно посмотреть в твиттере Broad Street Hockey. Источник: чемпионат. Сообщить об ошибке. Комментарии: 08 апреля 2018 года, 7 апреля 2018 года.